Всем привет! Сегодня хочу вам показать, как из выкройки футболки можно сделать выкройку толстовки. Я взяла выкройку футболки с сайта «Шкатулка». Размер я выбрала по таблице. Выкройку буду делать для мужа. Он обычно носит 52 размер. Я смотрю по меркам, и мне по таблице подходит ближе 56 размер. Здесь я выбираю по окружности груди. Я распечатала выкройку, склеила листы и вырезала выкройку. Обязательно снимаем мерки. Хотя бы измерьте окружность груди, длину изделия и длину рукава. Это самые простые мерки, которые нужно сверить с выкройкой. Так как толстовка будет с капюшоном, горловину со стороны плеча увеличила на 1 сантиметр. Плечо у меня также шире, тоже увеличила на 1,5 сантиметра. В груди для свободы облегания добавила 2 сантиметра примерно. Так, проверяем по талии, измеряем длину изделия. Вот наша длина. Так как плечо я увеличила ширину, значит у нас пройма будет тоже пошире. И расширяем к низу на 2 сантиметра. То же самое делаем с передней частью. Так как мы увеличивали пройму на передней и задней частях, то нам нужно тоже увеличить на рукаве окат. Добавляем столько же сантиметров, сколько мы добавляли по пройме. Измеряем окружность плеча и запястья. Переводим на бумагу. Добавляем по несколько сантиметров для свободы облегания. И просто чертим прямую линию. У нас получается рукав. Также я взяла обычную выкройку капюшона. Чтобы капюшон подошел к нашей горловине, мы измеряем горловину. И длина горловины должна быть равна длине вот этой стороны на капюшоне. Также по выкройке простой капюшон, поэтому нам нужно дорисовать стойку вот таким вот образом. И также углубить капюшон. По желанию на толстовку можно добавить манжеты на рукава и по низу. Для этого длину рукава и длину изделия нужно укоротить на длину манжета. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии и не забудьте подписаться на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. Пока-пока!